Заколдованное место. Второй день подряд на перекрестке в районе детского лагеря «Молодая гвардия» происходит ДТП с участием трамваев. Сегодня один из них просто въехал впереди стоящий вагон. Оба трамвая двигались в одном направлении от Пересыпского моста. В ДТП никто не пострадал. Водитель одного из вагонов отделался легким испугом и небольшими царапинами. Напомню, накануне в этом месте трамвай сошел с рельсов и выехал на остановку.